В Бендерах сгорел бокс автомастерской. Там проводили лакокрасочные работы по реставрации автомобильных дисков. Мастер отошел на некоторое время, а когда вернулся, уже все было в огне. В помещении находились баллоны с кислородом и ведра с краской, поэтому пожарным пришлось охлаждать емкости, чтобы не взорвались. В Бендерах на БАМе что-то горит. С такими заголовками в начале первого дня стали появляться видео в соцсетях. Пожарные прибыли на место. Возгорание произошло на платной стоянке по улице 40 лет Победы. Там чуть ниже парковки разместился частный автосервис. Загорелась деревянная пристройка. Мы подали противоположных двух сторон стволы для того, чтобы быстрее ликвидация данного пожара, и приступили к тушению. После тушения мы уже обнаружили, что данный дым и вот именно вот эти языки пламени исходили из покрышек, которые находились в данном помещении, и большие ведра с краской. Приблизительно, я думаю, что для лакокрасочных работ, чем они занимались. В этом складском помещении им хранился весь этот инструмент, которым они работали. Там произошло возгорание. По данному пожару проводится расследование. Вот так выглядит деревянный бокс автомастерской после пожара. Сгорело все – оборудование, инструменты, лакокрасочные материалы, автомобильные диски и шины. Огнем уничтожен и навес автостоянки. В этой мастерской реставрировали автомобильные диски. Лакокрасочные материалы воспламенились мгновенно, когда мастер отошел ненадолго. Когда вернулся, пытался потушить пожар с помощью огнетушителей. Но так как в боксе были бочки с легко воспламеняющимися жидкостями, огонь распространялся стремительно. Пожар тушили три пожарных расчета. В очаге находились баллоны с кислородом и ведра с краской. Огнеборцы охладили емкости и предотвратили угрозу взрыва. Пожар локализовали за 8 минут.